Ингрид, помоги. Дистель, ты что, не слышишь? Узнай, в чем дело. Погранзастава. Контрольный пункт слушает. Ваша жена, господин лейтенант, она спрашивает, когда вас ждать к завтраку. Через 20 минут. Господин лейтенант будет через 20 минут. Спасибо. Фрау Ингрид фон Кирштайн, прошу. Катюш. Считай, что все кончилось. Ты что, Катюш? Без прошлого нет будущего. Я тебя оставлю здесь, в хорошем пансионате, до завтра. И завтра заберу. И ничего не бойся. Самое страшное уже позади. Швейцария, Берн. Особняк специального ведомства Соединенных Штатов Америки. Thank you.
Здравствуйте, господа. Добрый день. Добрый день. Я и мои коллеги прибыли, чтобы возглавить переговоры. Я очень рад, что наши переговоры пойдут в таком представительном варианте. Могу сказать, что и на меня, и на моих друзей произвело самое благоприятное впечатление, что высший чин СС, начав переговоры с противником, не выдвигает никаких личных требований. Мои личные требования – это мир для немцев. Браво. Это слова настоящего солдата. Прошу вас. Что нового произошло у вас за это время? Кессельринга срочно вызвали в ставку фюрера. Это самая неприятная новость. Вы предполагаете? Я не жду ничего хорошего от срочных вызовов в ставку фюрера. По нашим данным, Кессельринг отозван в Берлин для получения нового назначения. Он будет командовать Западным фронтом. Я слышал об этом, но пока что факты не подтвердились. Подтвердятся в самое ближайшее время. Может быть, вы назовете мне преемника Кессельринга? Да, я могу назвать преемника. Это генерал-полковник Виттенхоф. Я знаю этого человека. Франк, принесите мне глоток воды. Ваше мнение о нем? Это добросовестный служак. Я думаю, что такую характеристику можно дать подавляющему большинству генералов вермахта. Даже Беку и Роммелю? Нет. Это были истинные патриоты Германии. Спасибо. Во всяком случае, я не имел никаких прямых контактов с генералом Виттенхофом. А у Кессельринга? У Кессельринга эти контакты были. Как бы вы отнеслись к нашему предложению отправиться к Кессельрингу и попросить его капитулировать на Западном фронте, предварительно получив согласие Виттенхофа на одновременную капитуляцию в Италии? Это рискованный шаг. А разве все мы здесь не рискуем? Во всяком случае, ваш контакт с Кессерингом на Западном фронте мог бы дать ясную конкретную картину. Пойдет он на капитуляцию или нет там, на Западе? Ну, судя по тому, что он пошел на это в Италии, можно предположить, что он не изменит своему решению и в Страсбурге. Когда вы сможете посетить его на Западном фронте? Меня вызывает в Берлин Кальтенбруннер, но я отложил поездку, поскольку мы договорились о встрече. Значит, вы можете вылететь в Берлин сразу же по возвращению в Италию? Да. В принципе, это возможно. Но... Я понимаю вас. Вы действительно очень рискуете. Вероятно, значительно больше всех нас. Но в данном случае иного выхода из создавшейся ситуации я не вижу. Выход есть. Вы инициатор переговоров, но вы, вероятно, пользуетесь определенной поддержкой в Берлине. Это позволит вам найти повод для визита Кессельринга. Если прежде всего вас волнует судьба Германии, то в данном случае она в определенной мере находится в ваших руках. Конечно, этот довод не может оставить меня равнодушным. Можно считать, что вы отправитесь к Кессельрингу на Западный фронт? Да. И вам кажется возможным склонить его к капитуляции? Я убежден в этом. Следовательно, Виттенхоф последует его примеру. Я должен вернуться в Италию и постараться... Скажите, а в случае каких-либо колебаний Виттенхофа вы сможете повлиять на события здесь? Да. Естественно, в случае надобности вам необходимо будет встретиться с генералом Виттенхофом, здесь или в Италии? Ну, если вам покажется целесообразным, мы пойдем на такой контакт с Виттенхофом.
Когда можно ожидать вашего возвращения от Кесслеринга? Если все будет хорошо, через неделю. И я привезу вам и Виттенхофу точную дату капитуляции войск Рейха на Западе. Штирлиц сказал Кате, что все кончилось. Встретившись с пастором, Штирлиц понял, что он ошибся. Ничего не кончилось. Наоборот, понял он, все еще только начинается. Вторая тоже в Стокгольм? Тоже. И в Константинополь? Константинополь. Юстас Алексу. Нахожусь в Берне. Связи жду в баре «Горные лыжники». Ежедневно в 22:00. Форма связи прежняя. Коробка табака «Gold Block», английские спички с этикеткой «Punch». Отзыва не нужно. Человек должен знать меня в лицо. Задание выполнено. Получены достоверные данные о содержании переговоров представителей Германии с Даллесом. Речь идет о заключении за спиной СССР сепаратного перемирия с нацистами. Вольф действует от имени Гиммлера. Материалы высланы по каналу Эльбрус-1. Юстас. Материалы пришли? Пришли. Слушаю, товарищ генерал. Александр Сергеевич, зайдите ко мне. Есть, Владимир Николаевич. Расшифровкой занимается Свиридова. Я думаю, что минут через 20 материалы будут расшифрованы. Подключите еще кого-нибудь, ну, скажем, Фомичеву. Дело пойдет быстрее. Слушаюсь, товарищ генерал. Решите идти. Да. Пригласите ко мне всех заместителей. И, пожалуйста, начальников первого и второго отделов. Есть. Да? Здравствуйте, Александр Семенович. Нет, Александр Семенович, я думаю, это возможно. Да. Пару дней, через пару дней я буду готов разговаривать по этому вопросу. Думаю, им двух дней хватит. Спасибо. До свидания. Приложение вам передадут. Срочно подготовьте докладную Верховному. Хорошо, Владимир Николаевич. Как со связниками? Двое прошли благополучно. Третий? Пока молчит. Нарком иностранных дел пригласил посла Великобритании сэра Арчибальда Кэра в Кремль к 20:00 вечера. Он не стал приглашать посла Соединенных Штатов Гарримана, зная, что Кэр опытный кадровый разведчик, и вести с ним разговор можно будет без той доли излишней эмоциональности, которую обычно вносил Гарриман. Мне поручено передать ноту советского правительства. Товарищ Павлов, прочитайте, пожалуйста, ноту господину Керру. Может быть, у него возникнут вопросы. Подтверждая получение письма по поводу переговоров в Берне между германским генералом Вольфом и офицерами из штаба фельдмаршала Александра, советское правительство заявляет, что в данном деле оно видит не недоразумение, а нечто худшее. Германский генерал Вольф и сопровождающие его лица прибыли в Берн для ведения с представителями англо-американского командования переговоров о капитуляции немецких войск в Северной Италии. Когда советское правительство заявило о необходимости участия в этих переговорах представителей советского военного командования, оно получило в этом отказ. Таким образом, в Берне в течение 2 недель за спиной Советского Союза, несущего на себе основную тяжесть войны против Германии, ведутся переговоры между представителями германского военного командования с одной стороны
и представителями английского и американского командования с другой. Советское правительство считает это совершенно недопустимым. У меня нет к вам вопросов, господин Молотов. Я немедленно доведу текст этой ноты до сведения правительства и его величества. Могу я передать профессору из Швеции, я запамятовал его имя, несколько книг? Профессор из Швеции? Сведеборг. Кажется, так. Он приказал нам всем долго жить. Выскочил из окна третьего этажа и умер. Когда? Позавчера утром. Знаете, он вышел такой веселый и не вернулся. Какая неожиданность. Мой друг просил передать ему книги и забрать те, которые были у профессора. А вы позвоните в полицию. Они забрали все его вещи. Если вы докажете, они вернут ваши книги. Спасибо. Я так и сделаю. Пожалуйста. Будьте любезны. Пожалуйста. Цветочная улица. Остановитесь здесь, пожалуйста. Роще, надо кушать. Эти зернышки отборные, хорошие. Кушай, кушай, кушай. Добрый день. Добрый день. Я вас слушаю. Простите, пожалуйста, не скажете ли вы, где здесь поблизости цветочный магазин? Цветочный магазин? Да, тут недалеко. Направо за углом есть хороший магазин.
Там всегда бывают чудесные гвоздики. Благодарю вас. Наверное, так птицы поют только в раю. Вы так думаете? Знаете, я тоже так считаю. Посмотрите, скажем, на эту пару. Это уникальные птицы. Представил себе, как профессор выбросился из окна. Маленький, тщедушный и тихий человек. Он почувствовал, какой ужас должен был испытать он в свои последние секунды, если решился кончить с собой здесь, на свободе, вырвавшись из Германии. Ему не суждено было узнать, как это случилось на самом деле. Но главное он знал. Он знал, что Плейшнер не предатель. Пожалуйста, в центр. Куда-нибудь в центр. И желательно поближе к тому месту, где можно взять машину в прокат. Я утром не смел говорить о своих. А теперь я не могу не говорить о них. Что с сестрой? Вы хорошо помните ее почерк? Конечно. Дорогой брат, спасибо за ту великодушную заботу, которую ты о нас проявил. Мы теперь живем в горах, и не знаем, что такое ужас бомбежек. Мы живем в крестьянской семье, дети помогают ухаживать за коровами, мы сыты и чувствуем себя в полной безопасности. Молим Бога, чтобы несчастья, обрушившиеся на тебя, скорее кончились. Твоя Анна. Какие несчастья? О чем она? Мне пришлось сказать, что вы арестованы. Я был у нее не как Штирлиц, а как ваш прихожанин. Вот их адрес. Когда все кончится, вы найдете их там. Благодарю вас. Я верил вам даже без этой фотографии. Что вы так осунулись? Да Бог ее знает. Устал немного. Ну, какие еще новости? Новости есть, но дать им оценку я не в силах. Либо надо перестать верить всему миру, либо надо сделаться циником. Американцы начали переговоры с СС, они поверили Гиммлеру. Данные. Что?
Какими вы располагаете данными? От кого вы их получили? Какие у вас есть документы? В противном случае, если вы пользуетесь лишь одними слухами, мы можем оказаться жертвами умело подстроенной лжи. Увы, я бы очень хотел верить, что господин Даллес не ведет переговоров с людьми Гиммлера, но вы читали, что я вам передал утром. Угу. А теперь вот это. Давайте. Вот. Немецкое посольство. Хай Гитлер. Хай Гитлер. Штандартенфюрер Штирлиц. Я слышал о вас. Сегодня утром я получил шифровку. Мне нужна отдельная комната и магнитофон. Пожалуйста. Генерал, я хотел бы представить вам наших сотрудников. Мистер Клентайл Хобарт. Здравствуйте. Мистер Харви Паркин. Здравствуйте. Мистер Дэйв Уэллер. Очень приятно. Мистер Джек Мэтчисон. Очень приятно. Здравствуйте. Я и мои коллеги прибыли, чтобы возглавить переговоры. Я рад, что переговоры пойдут в таком представительном варианте. Прошу вас. Могу сказать, что и на меня, и на моих друзей произвело самое благоприятное впечатление то, что высший чин СС, начав переговоры с противником, не выдвигает никаких личных требований. Мои личные требования – это мир для немцев. Браво, это слова настоящего солдата. Прошу вас. Прошу вас. Прошу. Что нового произошло у вас за это время? Кессельринг срочно вызван в ставку фюрера. Это самая неприятная новость. Вы предполагаете? Я не жду ничего хорошего от срочных вызовов в ставку фюрера. Надо срочно передать шифровку Портайгеносу Борману. Пожалуйста. Переговоры между личным представителем X с Y идут в Берне полным ходом. Необходимо предпринять срочные шаги, вызвав представителя X в бункер под любым предлогом. Верный вам член НСДАП. Эрнст, у меня к вам есть просьба. Личная просьба, Эрнст, и печальная просьба. Я слушаю. Генерал Вольф оказался предателем. Этого не может быть. Я часто ошибался, Эрнст. И не говорите об этом Гиммлеру. У Рейхсфюрера слишком ранимое сердце. Мы с вами знаем это. Мне надо, чтобы завтра
А лучше всего сегодня. Генерал Вольф был в Рейхе. И не просто в Рейхе, а в Берлине. И не просто в Берлине, а в канцелярии фюрера. И чтоб доставили туда ваши люди. В кандалах. Без погон. Кальтенбруннер, естественно, ничего не сказал Гиммлеру. Таково было указание Рейхсляйтера. Он приказал немедленно вызвать из Италии Карла Вольфа, якобы на совещание к фюреру. В громадном аппарате РСХА ничего не происходило без пристального внимания двух враждующих конкурентов – гестапо и разведки, Мюллера и Шелленберга. Радист приставки Кальтенбруннера, завербованный людьми Шелленберга, сообщил своему негласному начальству о совершенно секретной телеграмме, отправленной в Италию. Проследить за вылетом Вольфа в Берлин. По приказу Кальтенбруннера Вольфа ждала тюремная машина с бронированными дверцами и головорезами из охраны подземной тюрьмы гестапо. Как долетели, генерал? Благодарю, отлично. Рад вас видеть. Вы отлично выглядите. Рейхсфюрер поручил мне встретить вас. Прошу. Тюремщики не рискнули арестовать Вольфа. Они рискнули только проследить за машиной Шелленберга и доложили об этом по начальству. Gespannte Fahrzeuge zerstört. Die besten sind kanadische Verbände. Могли узнать о переговорах. Gegen unsere Stellungen. Ищейки этого негодяя Мюллера могли все понюхать. Nach heftigen Kämpfen konnten sie in einzelne Ortschaften eindringen, blieben dann aber in unserem starken Abwehrfeuer liegen. Im Abschnitt Рейхсфюрер, вы, вероятно, помните, что все детали этого дела должен был подготовить я, не так ли? С операцией прикрытия все в порядке. Я придумал для Вольфа легенду, по которой он
внедрялся в ряды заговорщиков, действительно ищущих сепаратного мира в Берне. В частности, оговорим здесь. Здесь же, под мою диктовку, Вольф напишет рапорт на ваше имя о том, как мы, служба СС, раскрыли этот заговор наших врагов. Итак, пишите, Вольф. Прошу прощения. Фюрер просил вас подождать. У него сейчас рейхсфюрер. Борман понял, что он проиграл. Обо всем информирован. Примите мою благодарность за мужество и верность фюреру. Здесь Борман. Мюллера ко мне. Фюрер ждет вас, Рейслейтер. Лично и секретно от премьера И.В. Сталина президенту господину Франклину Рузвельту. В моем послании речь идет не о честности и надежности. Я никогда не сомневался в вашей честности и надежности так же, как в честности и надежности господина Черчилля. У меня речь идет о том, что в ходе переписки между нами обнаружилась разница во взглядах на то, что может позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе. Мы, русские, думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников, должно быть обеспечено участие в этой встрече другого союзника. Во всяком случае, это безусловно необходимо, если этот союзник добивается участия в такой встрече. Американцы же и англичане думают иначе, считая русскую точку зрения неправильной. Исходя из этого, они отказали русским право на участие во встрече с немцами в Швейцарии. Я уже писал вам и считаю не лишним повторить, что русские при аналогичном положении ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на участие в такой встрече. Я продолжаю считать русскую точку зрения единственно правильной, так как она исключает всякую возможность сеять среди нас недоверие. Что касается моих информаторов,
то, уверяю вас, они очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле. Штирлиц уже несколько вечеров заходил в этот ночной бар «Горные лыжники». Здесь в 22:00 назначена встреча со Связным. Но сегодня Связного снова не будет. Они встретятся только завтра. Коляску я сейчас дам багаж. Да, хорошо. А в Париже вы ее получите по квитанции. Беспокойтесь, я возьму. Присмотрите за детьми. Хорошо. Может быть, надо еще что-то, так я с удовольствием сделаю. Нет, благодарю вас. Ну, отлично. Мсье? Сметаны, пожалуйста, и чашку кофе. С молоком? Нет, я бы выпил черный кофе. Сигареты в машине. Но путешествие на автомобиле меня просто не нравится.
меня тоже. Штирлиц уже давно заметил связняка, но никак не мог отвязаться от подвыпившей дамы, которая пристала к нему, как только он вошел сюда. Вы должны меня послушать, вы должны мне поверить. Когда о нас, математиках, говорят, как о сухарях, это ложь. Ложь! В любви я Эйнштейн. Я вот что хочу тебе сказать. Я хочу быть с вами. Ну, иди, подожди на улице, я сейчас выйду. Правда? Да, да. Иду, иду. Я сдох. Иди, начерти пару формул. Хорошо. Иди. Он неоднократно это предлагал. Елена всегда чем-то долго пришлось ждать вас. Я добирался через Испанию. Прежде всего, я должен вам сказать... Пожалуйста. Спасибо. Что центр не настаивает на возвращении Юстаса в Германию. Хорошо понимая создавшуюся ситуацию, и чем это может ему грозить. Однако, если Юстас чувствует себя силой, тогда центр, конечно, был бы заинтересован в его возвращении в Германию. Центр оставляет окончательное решение на усмотрение товарища Юстаса. Хватало нам только скандала. Я вас слушаю. Следует также передать, что командование вошло в ГКО и в президиум Верховного Совета с представлением о присвоении товарищу Юстасу звания Героя Советского Союза за разгадывание операции Sunrise Crossword. Если Юстас найдет в себе силы и сочтет возможным вернуться в Германию, тогда ему перейдет связь. Два радиста, внедренные в Потсдам и Вединг.
Угу. Точки надежные. Они были законсервированы 2 года тому назад. Значит, центр был бы заинтересован в возвращении Юстаса в Германию. М? У вас как со временем? А что? Как у вас со временем? Если есть 10 минут, тогда я напишу маленькую записочку. 10 минут у меня есть. Я успею на парижский поезд. Только я вас... Я напишу по-французски. Левой рукой, без адреса. Адрес знают в центре, там передадут. С вами страшно говорить. Вы ясновидящий. Какой я ясновидящий? Вы правы. Не стоит это тащить через 3 границы. Простите, что я отнял у вас столько времени.
Сегодня, 24 марта 1945 года, Штирлиц возвращается в Берлин. Через 45 дней кончится Великая Отечественная война. Война, спасшая мир от гитлеризма. Война, которая отняла у советского народа 20 миллионов человеческих жизней. Это будет 9 мая 1945 года. Ноября 1945 года в Нюрнберге начнется первый в мировой истории процесс над военными преступниками. Основные пункты обвинения: преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Боязнь справедливого возмездия заставила покончить самоубийством Гитлера, Гиммлера, Геббельса. Но большинство соучастников Гитлера 22 ноября 1945 года предстанут перед судом истории и получат заслуженный приговор – смертная казнь через повешение. Четвертого июня на Красной площади в Москве состоится парад советских вооруженных сил в честь победы над фашистской Германией. Ничего этого ни Штирлиц, да и никто другой на земле сейчас не знает. Сегодня, 24 марта, мир еще не завоеван. И поэтому полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин. Он едет работать. Хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому,
берег мой, покажись вдали краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклоняясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты, гроза, напои меня, но пьяна, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.